Здравствуйте, друзья! Мы на канале «Виноград и сад на даче». С вами Владимир Исаенко. Ну вот, наступила осень. Скоро вы будете свой виноград готовить на зиму, делать обрезку, укладывать на землю, укрывать. Это для, что касается укрывных сортов винограда. Вот. Кроме того, необходимо провести мероприятие по защите ваших виноградных кустов от болезней и вредителей. Вот. Для того, чтобы в следующем году они у вас меньше болели, или лучше, чтобы не болели вовсе. Значит, по защите винограда от болезней и вредителей делаем следующее мероприятие. После того, как листопад прошел, вы удаляете все листья с вашего участка, провели обрезку винограда, удаляете все обрезанные части, всю обрезанную лозу, вот, и затем производите опрыскивание. Против грибковых болезней хорошо провести опрыскивание железным купоросом. Вот, железный купорос, концентрация 500 грамм на 10 литров воды, 10-12 литров, вот, и хорошо провести обработку оставшейся обрезанной части куста. Но если те кусты, которые не обрезаете, их тоже, конечно, желательно провести обработку. Можно ту часть, которая будет обрезаться, вы же знаете там, и на неукрывных кустах можно обрезать всю невызревшую лозу. Она уже там не нужна, ни к чему. А окончательную такую обрезку сделать уже в конце зимы, когда спадут морозы, или ранней весной до начала сокодвижения. Это против грибковых болезней. Если были слишком зараженный участок, рекомендуется это в промышленных насаждениях, на дачных, приусадебных участках. Некоторые любители делают, а некоторые боятся этого препарата БНОК раз в 3 года. И если вы боитесь этого препарата, вот, если это у нас фунгицид, то ДНОК — это инсектицид, акарицид и фунгицид, и даже гербицид. Вот 4 действия в него заложено, такой сильный препарат. Вот. Но применение его ограничено. 2-го класса опасности по ГОСТ 12-1005. Вот. А вот есть такой еще препарат, называется он препарат 30D. Вот. Он действует тоже как инсектоакарицид. Но действие в него, конечно, не такое, как у ДНОКа. Если ДНОК просто травит вот этих вредителей, вот, то этот обволакивает, помещает их как бы в такую, обволакивает пленкой, такую скорлупу. И вредитель задыхается, он уже оттуда не вылезет. Вот такая защита делается вот этим препаратом 30D. Изготавливают из растительного сырья, вот, из подсолнечного масла, может другие растительные масла быть. Вот. И он практически безвреден, этот препарат. Это не значит, что его можно пить. Пить его не нужно, но действие от вреда он для человека потом не оказывает. Каким образом производить опрыскивание? Значит, концентрация, еще раз, 500 грамм на 10-12 литров воды. Растворили, как обычно. Вот этот препарат растворяете отдельно, небольшое количество. Вот здесь инструкция написана, как делать, в небольшом количестве. Он так, в виде такого густой сметаны. Вот вы взяли пол-литра воды, вылили все это содержимое, флакончик помыли, туда все хорошо расколотили. Потом увеличили до литра количество воды и влили в ваш железный купорос. Вот. Они между собой реакции не происходят, вреда друг другу не делают. И проводите опрыскивание. Можно раздельно опрыскать. Сначала опрыскать железным купоросом, затем вот этим препаратом. Только не наоборот. Если вы опрыскаете вот этим препаратом, он покроет пленочкой все ваши части куста, и тогда поверху этот препарат работать не будет. Ну вот это такие мероприятия, которые необходимо произвести осенью до укрытия винограда на зиму.
Спасибо всем за внимание, всем здоровья, отличных урожаев и до встречи в следующих видео. До свидания.